Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами научимся выполнять команду «Стоять». Очень простая команда. Смысл сводится к тому, все запомните, что такое условный рефлекс. Условный рефлекс – это ответная реакция организма на какие-то раздражители. Раздражителей должно быть как минимум два. Ну, в нашем случае будет три раздражителя. Первый раздражитель – это голосовая команда, она должна звучать первой. Второй раздражитель – это мы механически поднимем собачку, если она не выполнит ее. И третий раздражитель – это будет уже поощрение, то есть поощрение в виде лакомства. Собака у нас мотивирована на подкормку, ну, соответственно, действовать будем подкормкой. Некоторые собачки мотивируются на игру. Итак, поехали. Ближе подойди, потому что я орать не буду. Ты просто переводи камеру. Так, лучше выполнять это из положения сидя. То есть лежа собаке будет достаточно трудно вставать, поэтому мы будем из положения сидя. Как мы делаем? Если у вас есть ассистент, то, соответственно, вы делаете жестикуляцию. А ассистент поднимает вам собачку. Если же у вас нету ассистента, значит, делаем это таким образом. У меня подкормка в руке, я показываю жест «стоять» и рукой поднимаю под брюшко собаку. То есть первоначально это так. «Стоять». Хорошо, молодец. «Стоять». Сидеть. Делаем три раза. По три повтора через 15 минут. Заканчиваем примерно на правильно выполненном упражнении. То есть сначала голосовая команда, потом жест и приподнимаем собачку. Стоять. Хорошо. Обратите внимание, что я руку завожу не отсюда, а отсюда обхватываю. Так гораздо удобнее. Собака у меня не вырвется, если она будет куда-то убегать. Сидеть. Что я делаю еще? На это тоже важно обратить внимание. Я руку с подкормкой немножко вытягиваю от себя. То есть, когда мы учили команду лежать, я под собаку делаю, чтобы собака ложилась. А когда, чтобы ей было удобно, я от себя делаю рукой. Еще раз смотрите. Я говорю голосом первое «стоять», потом жест рукой с удалением руки и подхватываю собачку за бочок. «Стоять». Он сам уже делает практически шаг. То есть он поднимает свою задницу и идет на шаг вперед. То есть вот. Ну, это все первоначально. Заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.